Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Складис, продажа запчастей по всей России. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы покажем, как заменить контроллер питания на iPhone 6. На iPhone 6 Plus точно так же меняется контроллер питания, так как структура платы идентична. И диагностируются они тоже одинаково. Вот контроллер питания. Его мы будем менять. Вот новая микросхема. Теперь мы приблизим печатную плату через микроскоп. Добавляем флюса. Менять данную микросхему можно и без микроскопа, так как она довольно-таки большая. Мы приблизили, чтобы вам было лучше видно. Далее нагреваем микросхему. Мы выставляем 320 градусов. На вашем фене может быть температура иная. Поток воздуха должен быть направлен на контроллер питания. При снятии любой микросхемы следить, чтобы рядом стоящие микросхемы не сильно нагревались. Для этого вам необходимо подобрать нужное сопло фена и выставлять правильную температуру. Если вы не будете соблюдать данные правила, вы можете убить саму печатную плату. Но как минимум убить рядом стоящие микросхемы, что приведет к удорожанию ремонта. Прежде чем менять контроллер питания, вам необходимо произвести правильную диагностику. Как ее делать, мы вас научим в следующих видео, так как это видео не о диагностике неисправностях, а именно о самом процессе, как менять микросхему. Если в двух словах, то ее меняют, когда аппарат не включается, не заряжается, быстро разряжается, либо не включается и так далее. Но, соответственно, это может быть проблема и с другими микросхемами. И, соответственно, может быть попадание влаги. Вот все, микросхема разогрета. Теперь ее будем снимать. Все, мы сняли микросхему. Теперь нам необходимо зачистить контактную площадку, куда мы будем устанавливать новую микросхему. При зачистке контактной площадки вы можете помогать феном. То есть у фена сделать чуть поменьше температуру, зачищая паяльником, направлять небольшой поток воздуха на контактную площадку, что вам поможет ее зачистить. Нам надо, чтобы она была ровненькая и гладенькая. Все, мы зачистили ее. Наносим флюса. Вы можете не наносить флюса на ваше усмотрение, потому что флюс уже там был. Все, устанавливаем новую микросхему. Новую микросхему мы на нее тоже нанесли флюс. Из-за этого она немного во флюсе. Но вы также можете этого не делать. Это на усмотрение конкретно мастера. То есть это почерк мастера. То есть кто-то наносит флюс на микросхему, а кто-то наносит флюс только на контактную площадку. Это кому как удобнее работать. Микросхему необходимо поставить ровно. И также ее нагреваем. Мы используем температуру 320 градусов. Еще раз повторяю, у вас может быть другая температура. То есть вам необходимо правильно подобрать температуру. Залог успеха ремонта печатных плат и замены микросхем – это правильно подобрать сопло и правильно выставить температуру. Нагреваем микросхему. Чтобы определить, припаялась микросхема к печатной плате или нет, вы можете ее пошевелить немного, слегка пинцетом, только не сильно. Соответственно, если она плавает, значит она припаялась. В будущем к вам придет уже опыт, и вы уже можете без этого процедуры определять, припаялась микросхема или нет. Все, микросхема припаялась. Все, мы припаяли саму микросхему. Теперь мы зачистим флюс с помощью флюксофа, чтобы печатная плата была чистая, и установим экран. Мы вам показали, как заменить контроль питания на iPhone 6 и 6 Plus. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.
вот. Установка, продолжение, установка микросхемы контроля питания iPhone 6. Все микросхемы села на место. Сереж, скажи им, что это рис, чтобы они от меня съедали.